Всех приветствую на своем канале. Много вопросов поступает по поводу редактирования карточек товара. Вот сегодня попробуем разобраться с вопросом добавления основного цвета. Я специально выбрала карточку, где у меня одна модель шапок с разными основными цветами. Дополнительных цветов нет. Если мы выберем одну какую-то позицию, карточка откроется целиком. То есть все те картинки, которые объединены на одной карточке, вот артикул поставщика можно увидеть, у них один, а артикул цвета разный, то есть у меня 7 позиций, они отличаются размерами, цветами, но объединены на одной карточке с артикулом 756. Артикул цвета у них отличается, то есть есть там с одинаковыми цветами разные размеры, есть разные цвета. Эти артикулы вы придумываете сами, то есть каждому цвету присвоите какие-то номера и просто будете его добавлять к своему внутреннему артикулу. Неважно, главное, чтобы вы понимали, там, какой это цвет. Мы смотрим дальше все характеристики. Размер и фотографии здесь указаны уже конкретно. То есть вот он там, две цвета розовых, бежевых, синих и персиковый цвет. Состав проставляется один. И мы сделаем дозагрузку цвета. Сделаем дозагрузку основного цвета. Артикул поставщика ставим, в который мы добавляем, 756. Артикул цвета, в который мы добавляем, то есть не новый, например, там 10 у меня был артикул, который не, то есть новый цвет мы сюда еще не проставляем. Сюда надо добавить тот номер цвета, который уже есть. То есть он новый не даст поставить, пока мы не выберем карточку, в которую мы добавляем. Вот пропишем 10. И далее. А вот здесь уже будут видны все характеристики. И мы добавляем новый артикул цвета. Ну, неважно какой, пусть это будет 16, например. Любой, вы можете выбрать любой, которого у вас еще нет, который вам нужен. Например, у вас была черная шапка, вы добавляете белую шапку. Или неважно, брюки, костюм, все что угодно. Далее вы пролистываете, смотрите все характеристики и добавляете. Как правило, основные характеристики остаются теми же. Цвет, ну вот 16, пусть это будет зеленый. У меня, ну, в моем случае, я добавляю новый цвет, шапку, ту же самую модель, но другого цвета. Дополнительного цвета у меня там нет, помпонов никаких нет. Коллекция пусть будет базовая. То есть только основной цвет меня интересует. Проставим, ну, основные характеристики на скорую руку. Размер, там, к примеру, 54-й. Размер и российский размер. Например, вы можете название размера поставить oversize, one size, или там конкретно 54, но это может быть задвоенный 54, 56, неважно. Штрих-код генерируем сразу. Он появляется автоматически. Не надо отдельную таблицу для этого заполнять, как ранее было. По количеству штриха, ну, в принципе, дальше можно уже, ну, еще попробовать цену поставить, ну, для себя, для ориентации. Дальше ее можно также корректировать, все, сохранить. Выходит сообщение, что сохранено, проверьте вкладки «Созданные карточки». Сейчас мы, по умолчанию, выходит также на базовое меню карточек, создание новых карточек, и смотрим. Вот у меня было 7 позиций, сейчас 8 позиций. 8 встала, вот она, шапка с 16 артикулом цвета. И если мы пролистаем дальше, мы увидим, что это новая строка, потому что в ней все заполнено, кроме фотографии. То есть, если у меня все были позиции с фотографиями, дальше можно заполнять фотографию. Ну, собственно, вот так вот основной цвет добавляется. Был вопрос по поводу добавления размера цвета, размера в одной карточке. Ну, тут попробую еще дополнительно изменить, но думаю, просто можно поменять, также добавить дозагрузку размеров сделать. Или на одном размере, ну, тогда у вас просто будет российский, например, размер, все одинаковые позиции, а дальше меняться будут карточки с